Видновская районная клиническая больница вновь перешла на работу с больными COVID-19. Но несмотря на это, в стационар поступают больные, которым требуется неотложная помощь. В том числе здесь проводятся операции. Так была сделана срочная операция по эндопротезированию тазобедренного сустава. Пациентку обследовали узкие специалисты и прооперировали. К слову, женщина – жительница Подольского городского округа. Недавно попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Процент поражения легких нам известен. 25%. Она лежала в Подольской городской больнице в инфекционном отделении с подтвержденным ковидом. Результат положительный. Женщину выписали на долечивание домой, но она получила травму – перелом шейки бедра. В связи с тем, что коронавирус не был излечен до конца, ее отправили в Видновскую районную клиническую больницу. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.